Всем теплый привет! Ну вот и дождались мы летнего теплого солнышка, от которого нужно защищать детские головушки. В этом видео покажу, как пошить панамку по типу советских детских панамочек. А еще очень удобно одевать такую шапочку, когда делаешь девочкам прическу два хвостика. Для пошива нам понадобится два отреза ткани 40 на 40 сантиметров. От края отступаем по 1 сантиметру и ставим отметки. По ним чертим прямоугольник 38 на 38 сантиметра. Чертим две диагонали. От одного угла откладываем по диагонали 7 сантиметров. От второй диагонали по 5 сантиметров от угла. От верхнего угла вниз откладываем 2 отреза 6 сантиметров и затем от него 5 сантиметров. Снизу от угла тоже 6 и 5 сантиметров. От отметки 7 сантиметров по диагонали вниз ставим отметку на 37 сантиметров. От точки 37 сантиметров вверх отмечаем 3 сантиметра и от нее по сторонам перпендикулярно по 2 сантиметра. От центральной точки в стороны по диагонали отмеряем по 6,5 сантиметров и от них по 1,5 сантиметра вниз и ставим точки. Теперь соединяем все отмеченные точки. Получается деталь, похожая на грибок. Фото с указанием всех точек прилагаю. Поставьте на паузу и начертите. Складываем два отреза ткани лицо к лицу. Скалываем две детали, чтобы не ерзали при шитье. Срезаем лишнюю ткань, оставляя припуск на шов по 1 сантиметру. Сшиваем, оставляя отверстие для выворачивания. Выворачиваем, тщательно расправляя края, и отутюживаем деталь. По контуру всей детали прокладываем отделочную строчку на 0,3-0,5 сантиметра от края. Делаем 2 петли для пуговицы. Прорезаем отверстие и пришиваем на середину детали пуговку.
Продеваем пуговицу в 2 петли, и панамочка готова. Дочка любит, когда я ей плету 2 хвостика, но не все панамочки подходят под такую прическу, а это идеально. Дочка рада, и я довольна результатом. Если вам понравился мастер-класс, обязательно напишите комментарий и поставьте лайк. Поддержите этим канал. Спасибо за просмотр. До новых встреч!